На часах ровно 7, а это значит, что наступило утро нового дня. И с вами его встречает Артем Андроновский, Александр Коржнович. Доброе утро! Сегодня 13 августа, и вторник, что характерно для разгара уже практически рабочей недели. Ну да, к тому же вторник, лично я считаю, это очень даже неплохо, потому что совсем скоро среда, как известно, от среды до пятницы недолго. Так что считайте, что неделя стартовала успешно, и совсем скоро опять выходные. Вот, Артем, скажи, пожалуйста, а как часто ты совершаешь поступки, которыми ты бы мог гордиться? Ты знаешь, ну, я как настоящий скромный человек скажу, что, наверное, не часто. Хотя хотелось бы делать это регулярно. Я хочу тебе рассказать об одном поступке, который совершил другой мужчина, но командир танкового экипажа воинской части Черноморского флота Михаил Аверин спас 4-летнего мальчика из горящей квартиры. Почему сослуживцы даже не удивились такой молниеносной реакции старшего сержанта, они рассказали Марии Осокиной. Старший сержант Михаил Аверин хотел забежать домой на обед, а потом должен был заступить в караул. Увидел горящий балкон. Короткое замыкание, загорелся кондиционер, потом стеклопакеты. Еще пару минут и пылала бы вся квартира. Получается, девушка сидела рядом с этого подъезда. Она открыла подъезд. Я пробежался по этажам. Только не помню, первый вроде я пропустил, я первый не постучал, я сразу второй начал. Со второго и выше. Угу. Стучал всех жильцов, получается, чтобы вывел, ну, сказал, чтобы выходили. Кто-то крикнул, что там сзади ребенок плачет. Второй этаж, квартира сквозная, с двумя балконами. Долго думая, Михаил обошел дом, соседи разбили стекло на балконе. Старший сержант поднялся на пристройку и вытащил ребенка из окна. 4-летний мальчик, который оказался один дома, даже не успел наглотаться ядовитого дыма. Сейчас с ним все в порядке, а Михаил даже не понимает, чем заслужил такое внимание. Преподносят как героический какой-то поступок. То есть ничего там сложного не было. Все элементарно просто. Такая ситуация. Сослуживцы другого поведения от него и не ожидали. Говорят, он всегда поступает правильно. В этот момент он позвонил мне по телефону и сказал, что товарищ капитан, горит квартира, как бы вызывайте пожарных. Ну и после того, как бы я уже ему перезвонил, он был недоступен. Я уже предполагал о том, что он там уже сам принял участие в тушении пожара. Успел спасти человека, да, в свое это время обеденное. Пришел, заступил, как будто как бы ничем и не бывало. Это при том, что старший сержант Аверин сам молодой отец, дочке 3,5 года. Миша, как настоящий мужчина, говорит мало, но делает много. Когда он спас малыша, жена обняла его. То есть это вот мне девочки рассказывали. Обняла, и даже у нее были слезы на глазах. Она настолько переживала. Михаил Аверин – один из лучших командиров танковых экипажей батальона. Строгий, требовательный, но понимающий. Из призывников готовит профессиональных мехводов и наводчиков. И даже танк у него особенный, с минным тралом, а значит, всегда идет первым. Проделать колею в минном поле, чтобы другие машины могли пройти. Машина любимая. Да. Когда эту машину до 80 разгоняешь, то тогда она чувствуется. Когда 46 тонн с горки летит. Угу. Что чувствуете? Ничего, удовольствие получаю. Героем Михаил себя не считает и рассказывать о подвиге не любит. Говорит, что поступил как настоящий мужчина, который никогда не сможет пройти мимо чужого горя. Марина Осокина, Анатолий Агеев, Новости 24, Симферопольский район. Саша, что тебе говорят следующие строчки? Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Ну, я знаю, что это Кипелов, да, поет эти слова. «Беспечный ангел» просто песня называется. А, ну вот, Саша, и внимательно смотрите, проиллюстрировала свой вкус. И, наверное, тогда ты знаешь, что прошло на Тарханкуте недавно. Да, я знаю, что Кипелов буквально недавно выступил на байк-шоу, а вот на Тарханкуте состоялся такой фестиваль хорошей отечественной музыки, как его называют. Ну? И там было больше сотни, ну, конечно, сотни людей наслаждались этой музыкой, понравилась ли отдыхающим отечественная музыка, узнала Анна Ничеговская. Большие города, пустые поезда. Первая композиция сразу притягивает людей к сцене. Слова песни, которая прославила группу Би-2 и стала саундтреком к фильму «Брат-2», знают наизусть чуть ли не все присутствующие. В
этот вечер играет только отечественная музыка. Настоящим сюрпризом для отдыхающих стало появление на сцене лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бабунца и вокалистки группы «Total» Марины Черкуновой. Это не столь концертная история, а такая именно вот, я не знаю, хоровая, народная, да, получилась. Это просто действительно массовое пение русских популярных рок-хитов. Но уходить отсюда никто не торопится. Море, пляж, маяк, а главное — хорошая музыка. Культовые хиты не оставляют зрителей равнодушными. Отличная! Это потрясающая вещь! Просто шикарно все! Вчера было супер, сегодня еще лучше. В такой атмосфере, на берегу моря, для меня это впервые. Поэтому я в восторге, просто супер. ДДТ, кино, Мумий-тролль. Песни этих групп исполняют десятки крымских музыкантов. Фестиваль «Маяк» на площадке «Экстрим Крым» проходит впервые. Проводит его совместно с Министерством культуры республики. Она жрет свой огонь и ненавидит тех, кто плакал. В востребованности такой музыки никто не сомневается. Зрители не отпускают музыкантов со сцены и просят выйти на бис. Это все, что после меня. Анна Ничуговская, Игорь Сюткин, Новости 24, Оленевка. Не знаю, как для тебя, Саш, но для меня каждый эфир, знаешь, удивительный и новый опыт. Несмотря на то, что вид с высоты 16 этажа жилого комплекса «Альфа» уже привычен, и несмотря на то, что я уже знаю, что по правую руку Неаполь с Киевски. Сзади, если брать немножко левее, протекает Целгер. Все равно Симферополь каждый день по-своему прекрасен. Ну, и дело в том, что настроение приподнимает то, когда ты видишь его таким, именно зеленым, просыпающимся, я бы сказала, цветущим, потому что сейчас как раз-таки с высоты вот этого, я хотела сказать, птичьего полета, но нет. Очень маленькой и скромной птицы, разве что. Очень скромной. Ну, как раз-таки отсюда видно, что пока вот размеренный такой темп жизни в крымской столице, самый оптимальный для того, чтобы медленно проснуться, прорелаксировать и начать наслаждаться уже этим днем и готовиться к тому, что он должен быть эффективный, бодрый, такой драйвовый и по-настоящему полезный. Ну, тут ты совершенно права. Подготовка очень важна. Как говорится, старт определяет финиш. Поэтому нужно заранее хорошо позавтракать, ну, как минимум плотно, а вообще еще и вкусно желательно. Помимо этого... Было бы неплохо, да. Да, одеться подходяще. А вот чтобы понять, как одеться, между прочим, нужно смотреть наш прогноз погоды. Крымская погода, конечно, явление удивительное. Сейчас солнечно, небо чистое, но в любой момент все может измениться, знаю это на опыте. Поэтому, какая она обманчивая. Конечно, да, ориентируемся на прогноз погоды обязательно, но никогда не забываем, я не знаю, держать зонт, возможно, в коридоре, чтобы, если что, в любой момент его схватить. Ну, он должен быть либо где-то на стабильно на рабочем месте, если оно у вас такое стационарное, либо все-таки как-то продумывать эти моменты стоит, потому что в Крыму нужно быть готовым фактически ко всему, ко всем прелестям и подаркам судьбы, да и не только. Да, совершенно верно, но, знаешь, я слышал,
что крымчане предпочитают быть готовыми в первую очередь к приятному времяпрепровождению. Особенно вечерком, почему, если лето, тепло, пройтись по... Ну, возможно, еще не по набережной она еще делается, но пройтись по центру города или даже куда-нибудь сходить звучит как хорошая идея. Ну, а куда можно сходить и что посмотреть, вы узнаете из нашей следующей рубрики. Симферопольский художественный музей приглашает на выставку «Что может быть лучше природы?». Посетители смогут увидеть более 70 афортов Ивана Шишкина. Познакомиться с графическим наследием известного мастера можно до 18 августа. В библиотеке имени Ивана Франко гибридная выставка «Театр и мода из истории костюма». Книжная экспозиция раскроет историю театральной одежды и расскажет, как она менялась в течение времени. Ярким дополнением станут настоящие атрибуты сценических образов – короны, веера и другой реквизит. В кинотеатрах новая комедия от легендарного режиссера Квентина Тарантино. Фильм «Однажды в Голливуде» покажет череду событий и жизни известного Рика Далтона. Главный герой вместе со своим дублером Клиффом Бутом пытаются найти себя в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Также в кинотеатрах фильм для всей семьи «Дора и затерянный город». Детство девочки прошло в джунглях, которые исследовали ее родители. Однако никакие приключения не помогут подготовиться к соперничеству и зависти в старшей школе. Но подростковые проблемы не главное. Внезапно исчезают родители главной героини. Сможет ли ребенок вновь обрести свою семью? Ответ в фильме. Долгожданный ремейк легендарного мультфильма «Король лев». Действия разворачиваются в африканской саванне и повествуют о молодом и храбром льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за коварства родного дяди. Герои, знакомые с детства, оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Сегодня. Ну и хочется рассказать, что вчера буквально еще в Крыму проходили мероприятия, посвященные одному из главных исламских праздников, это Курбан-Байраму. И вчера в парке Тренёва, в сквере имени Тренёва, как раз таки проходили масштабные такие обширные гуляния, там угощали, во-первых, вкусностями всякими, пловом и другими изысканными блюдами. И более того, все, как, конечно, традиционно могли наблюдать за куреш, борьба так называется. Вот как раз таки ребята боролись, в принципе, там и старый, и млад, и все именно вот так вот в дружной такой вот обстановке происходило. Ну, боролись они по очереди, я понимаю, они старые, младцы. Нет, ну там, да, там нужно показать какие-то навыки боевые, и все это при том, что в очень так вот, не скажу, что какие-то нужно агрессивные повадки какие-то проявить, просто оно как бы как культурное развлечение проходит. Да, и насколько я знаю, что муфтий еще провел обряд в Доме культуры в центре Симферополя, да? То есть, в принципе, празднество было масштабным, произошло много чего, и вот всего мы так не расскажем. Ну, а кто расскажет, так это Серия Абляева. Она вчера побыла на празднике и сама много чего видела. Ярмарки, выставки, спортивные соревнования, развлечения для детей и, конечно же, торжественный концерт. Вот уже пятый год в крымской столице проводится празднование Курбан-Байрам. Этот день объявлен выходным по всей республике. Сюда съезжаются гости со всего Крыма. Ни один крымско-татарский праздник не обходится без куреша, борьбы на поясах. В турнире может принять участие каждый. Здесь главное правило – уложить соперника на лопатки. Традиционно главный приз – живой баран. Это наша культура крымских татар, поэтому ее развиваем и успешно. Участников 130 человек с разных регионов Крыма. Важным элементом крымско-татарского праздника является приготовление национальных блюд. Отведать фирменный плов может каждый желающий. Поделитесь, пожалуйста, секретом приготовления своего фирменного плова. Есть ли такой секрет? Ну, секрета, в принципе, нету. Просто его каждый готовит по-разному. Я, допустим, готовил. Я наколол масло, обжарил лук до золотистой корочки. Если я его сделаю, обжарю сильнее лук, плов получится темным. А я делаю светлым. Обжарил лук, потом обжариваю мясо. И потом тщательно промыть рис, закладываешь рис. И уже там смотришь рис по готовности уже. А в это время на сцене талантливые творческие коллективы знакомят гостей праздника с культурой крымско-татарского народа.
На празднике можно увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства, а именно керамику, вышивку, национальные куклы. Здесь же на месте проводятся мастер-классы. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, над каким изделием вы сейчас работаете и в какой технике? Это станок ткацкий. На данный момент мы не ткем полотно, у нас не стоит цель как бы именно соткать цельное полотно, у нас цель познакомить людей, как это раньше бабушки ткали вот зимними вечерами. Мы проводим по горизонтали нитку, опускаем бердо, меняем направление нитей и подбиваем ниточку. И так каждый ряд. Если хочется нам что-то цветное, значит мы меняем нитку. Согласно традициям, Хурбан-Байрам празднуется 3 дня. Мусульмане посещают могилы, где совершают дуа, молитву. Обязательным является посещение пожилых людей. В моей семье каждое утро мы едем в наши биташки. В знак уважения мы целуем руки, а они нам дают за это подарки. Только в центре крымской столицы на празднике собралось свыше 5000 человек. Серия Обляева, Алим Велиев, «Утро нового дня». Ну, из хорошего хочется заметить, что утро не только отличный повод проснуться, но и поговорить. Поговорить с приятным собеседником, что я предлагаю сейчас делать. Да, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Как известно, старый афоризм, поэтому да. Прямо сейчас отправляемся к следующему гостю, к следующему первому. А в гостях у нас сегодня Сергей Дадонов, проректор по приоритетным проектам в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, вы удачно к нам добрались. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, тогда с места в карьер, как говорится, начнем обсуждать. Вот студенчество, годы, которые вспоминать невероятно приятно, но проходить не так просто, да? Достаточно трудный период в жизни, хотя, казалось бы, должен быть таким интересным и увлекательным. Вот какие, возможно, программы, возможно, подходы применяются в КФУ сейчас, чтобы студентов увлечь? Чтобы сделать их и досуг, и учебу интересной. Но я сказал бы так, что самое интересное направление именно в обучении – это проектное обучение. Что это значит? То есть ребята, начиная с первого курса, придумывают, пока это абсолютно безумные идеи, как они считают, что относятся к их профессиональной деятельности. Но именно вот эта вот, как знаете, незашоренность мысли, когда тебя еще не давят ни предметы, которые ты изучил, тебе давит именно желание, кем ты хочешь стать в этой профессии. Как раз и позволяет подхватить преподавателю какую-то идею, да, для того, чтобы потом направить этого студента и не ограничивать его в поиске. Что касается досуга или, так скажем, внеаудиторной работы, здесь, конечно, большое количество у нас есть, или, как сказать, вовлечение студентов в молодежные проекты. У нас очень активно работают российские студенческие отряды, то есть для ребят это вообще возможность шикарная быть причастными каким-то большим стройкам, которые проходят в Российской Федерации, быть причастными к тому, что происходит в Крыму непосредственно, то есть работают и в Артеке, и в других детских оздоровительных лагерях. Для в процессе, кстати, вот тоже у нас был недавно АСБ-фест, то есть по баскетбол фестиваль проходил. То есть для ребят довольно много проводится проектов, которые позволяют им проявить свои и спортивные, и творческие таланты, и организаторские способности и так далее. То есть сегодня мы молодежи даем довольно много свободы, я бы так сказал, чтобы да, они могли для волеизъявления, да, то есть для того, чтобы они могли проявить себя. Но, как я говорю, то есть цензура нет, но цензура есть, да. В чем она заключается? В том, что, как это сказать, студенческая вольница, чтобы не перешла границы. А так, в принципе, сегодня ребята доказывают свою состоятельность, я бы так сказал, инициативность и ответственность. Пока у нас получается. Да, я так понимаю, что взаимодействуют активно и с материковыми студентами, и обмен же опытом происходит, то есть сюда приезжают, и наши уезжают. Да, есть ежегодные тоже опять премии, конкурсы, которые называются «Студент года», активно сотрудничают с Российским союзом молодежи. И вообще, в принципе, если взять активную жизненную позицию ребят, то сегодня, ну, я могу, конечно, ошибиться, но точно более 15 всевозможных общественных организаций существуют на базе КФУ. Это, вот, как я сказал, Российский союз молодежи, это и волонтеры Победы и так далее, и так далее. То есть их очень много. И каждый находит себе там, как сказать, то, что ему надо.
Я, насколько знаю, еще я общалась как-то с одной студенткой, как раз-таки она из волонтеров Победы, и она рассказывала, что даже обучаясь на бюджетной основе, если ты участвуешь в каких-то мероприятиях и хорошо это делаешь, то можно получать дополнительные выплаты к стипендии, правильно? То есть... Да, дополнительная стипендия, она довольно внушительная ощутимая. Я бы так сказал, особенно для студента, но потому что базовая стипендия составляет 1600 рублей, условно. Округлим, как говорится. То есть та, которая сегодня выплачивается в КФУ, она больше 2300 рублей. А повышенная стипендия, в зависимости от направления, она может быть от 3 до 5 тысяч. И студент, который активен и в научной, и в общественной, и в спортивной жизни, он может все это аккумулировать, и в итоге его стипендия может доходить в месяц до 20 тысяч рублей. А это уже, согласитесь, ощутимо. Это же нормально, да, ощутимо. Среднестатистическая зарплата, которая сегодня есть, да. То есть поэтому ребята, которые активны, они действительно могут заработать не только имидж, как я говорю, но и материальное благополучие. Ну, то есть за то, что ты активный студент, активный участник студенческой жизни в университете, ты, по сути, получаешь очень хорошую премию за это. Ну, фактически это, знаете, как это приучает быть активным постоянно. То есть, когда ты закончишь университет, тебе тоже недостаточно быть только, как это называется, хорошим работником и выполнять свои должностные функции, то есть и обязанности. А необходимо делать нечто большее, если ты хочешь рассчитывать на нечто большее, кроме заработной платы. Плюс не дает, как так сказать, ерундой заниматься. Больше времени уходит именно на полезную деятельность. Да, здесь вовлекаются, делаются. И я хотел сказать, что увеличивается и количество секций. И сегодня в университете есть проект по плоскостным спортивным сооружениям. То есть восстанавливаться будут стадионы, восстанавливаться будет наш бассейн и так далее. Плюс строительство нового бассейна, новых корпусов. То есть впереди у ребят интересная пятилетка, я бы так сказал. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Додонов, проректор по приоритетным проектам в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Спасибо. А я вот, так сказать, задумался. Студенческие годы, может быть, самому вернуться еще немножко поактивничать, но, возможно, впереди, а возможно и позади. Как посмотреть? Но, ты знаешь, позади не всегда плохо, потому что на самом деле в прошлом произошло много значимых событий. И о том, что случилось конкретно сегодня, 13 числа, прямо сейчас. 13 августа 1624 года 39-летний кардинал Ришелье был назначен первым министром Франции. Священнослужитель и политик принимал активное участие в литературной жизни страны и всячески содействовал развитию культуры. По его инициативе прошла реконструкция университета Сорбонны. В этот день, 120 лет назад, Уильям Грей получил патент на телефон-автомат. Впервые изобретение было продемонстрировано в 1890-м на Всемирной выставке в Париже, и в том же году был установлен первый общественный таксофон. В то время плату за использование аппарата принимал контролер. 13 августа 1907 года в Нью-Йорке было запущено первое такси. До этого перевозками занимались конные экипажи. На улицы города машины выехали по инициативе французского автомобильного клуба. В этот же день, 91 год назад, в Лондоне была показана первая в мире цветная телепрограмма. Она очень сильно отличалась от современного телевидения. Система для передачи сигнала была механическая, для этого использовался металлический диск с отверстиями. Благодаря такому способу стало реальным передавать изображения при помощи радиосистемы. В 1961 году началось сооружение Берлинской стены. Она должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин. Строительство началось ночью, и уже в первом часу границы были стянуты войска для блокировки всего периметра. Первую версию заграждения возвели всего за сутки. 13 августа 1997 года вышла первая серия американского мультсериала «Южный парк». В этом эпизоде уже появился целый ряд персонажей, в будущем ставших в сериале постоянными героями. Стоит отметить, что это второй по длительности проект в истории американского телевидения после «Симпсонов». 12 лет назад был создан уникальный хирургический аппарат «Космея». Изобретение Рената Акчурина позволяет проводить сложнейшие операции на сердце без подключения к системам жизнеобеспечения. Прибор довольно компактный и оборудован встроенным аккумулятором. Таким образом, появился шанс спасти больных, которые раньше считались безнадежными. А
Ну, специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации дали рекомендации по подготовке детей к первому классу. Дело в том, что первый класс, мне кажется, это огромный стресс не только для детей, но и для родителей. И они в таких условиях начинают себя иногда вести не так, как в обычной среде. Допустим, ну, может Конечно. Быть, все мы знаем, что такое наругать, когда родители ругают за двойку или другую нехорошую оценку. По крайней мере, даже не ругают, а делают легкое замечание. Вот это вот легкое замечание, оно иногда расстраивает больше любого нарекания, потому что, ну, как-то всегда хочется соответствовать и хочется хорошо да. учиться, но... Тем не менее, просто оценки-то могут быть низкие, связанные просто с тем, что ребенок не успевает во время всего урока быть внимательным и... Тем более, что да, нет понятия «плохая оценка». Оценка показывает нынешнее положение ребенка по отношению не только к единому вот предмету, а в принципе и к преподавателю, и к его эмоциональному состоянию. И оценка – это в первую очередь фактор, который заставляет задуматься, все ли хорошо, или нужно ли поговорить с ребенком, о чем-то подумать, но никак не повод ругать. Абсолютно согласна с Артемом. Ну и кого еще точно не стоит ругать, так это Стефана Филатова, потому что он проснулся сегодня пораньше, вместе, как мы, наверное, примерно в то же время, при этом уже успел прогуляться по улицам крымской столицы и готов с нами поделиться последними новостями. Доброе утро, Стефан. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро всем, кто встречает этот замечательный день вместе с нами. Как по мне, начинается он действительно прекрасно, и причина этому заключается не в том, что рабочая неделя стартует со вторника. Главное, это, конечно же, погода. Несмотря на то, что сейчас еще раннее утро, на улице уже более 20 градусов тепла, ну а к вечеру воздух прогреется до отметки в 33. Интересно, что самым жарким этот день был за последние 130 лет. Самым жарким этот день был в 2001 году. Тогда столбики симферопольских термометров остановились на отметке в 36 градусов. Ну а самым холодным этот день был в 1995. Тогда было всего 9 градусов с пометкой плюс. По словам синоптиков, зонты сегодня можно не брать. Сегодня они вам не понадобятся, дождя не ожидается. А вот что ожидается, так это увеличение размеров площади парка имени Гагарина. На данный момент его территория составляет 36 гектаров, а вырастет она предварительно до 57. Такая новость, хотелось бы, чтобы такая тенденция сохранялась. Быть может, это рано или поздно коснется остальных парковых территорий городских. И я считаю, что людям это пойдет только на пользу. Все любят природу, гулять на природе, проводить время на свежем воздухе. На этом мое включение подходит к концу. Коллеги, как вы относитесь к таким новостям? Передаю вам слово. Ну, что-то я сегодня проснулась и подумала, давно я никого не спасала. Не бывает такого ощущения? Ни птичку, ни собачку, ни кошечку. А так, в принципе, ты спасаешь, да? То есть ну, просто... периодически, да. Я могу, между прочим, если я вижу, что кошку сбила, допустим, машина, я ее в ветеринарную клинику отвезу. Ну, это очень правильный поступок. Ну, при том, что главное это потом найти, куда ее пристроить. И чаще всего нужно обращаться к волонтерам, потому что желающих взять себе взрослое животное не так много, а я тоже у себя оставлять их не могу. Да, но тем временем животные на улице откуда-то берутся, да? То есть почему они там появляются? Вероятно, безответственные хозяева? Чаще всего именно безответные хозяева причина того, что собаку, либо кошку, либо хомяка все-таки выбрасывают никак иначе на улицу. Но я хочу рассказать про другую женщину, которая занимается совершенно другого рода деятельностью. Жительница Нижнего Новгорода создала клуб помощи для спасателей. Как думаешь, кого? Так. Ну, собак, кошек, скорее всего. Нет, стрижей. Стрижей. Вот такого ты еще не слышал. Если птицу настигла беда, Лариса придет на помощь. Каждый год она спасает от смерти 2-3 стрижей. Реанимация, уход и инфы по этим вопросам накопилось уже очень много, и девушка решила открыть собственную школу. Сейчас у Ларисы 5 учеников, есть ребята, которые просто периодически звонят и просят проконсультировать, как нужно ухаживать. По спасению стрижа. Да. Как ну, прекрасно. Стрижа. Ну, то есть, на самом деле, можно сказать, что это такая вот деятельность, своеобразная, но, тем не менее, вреда она не приносит, поэтому и стрижей спасать тоже нужно. Только польза. Да, главное, что даже на полуостров сейчас приезжает огромное количество волонтеров, и в том числе эти волонтеры занимаются не только тем, что спасают каких-то животных, но и спасают наш полуостров, а точнее убирают его. Но подробнее об этом уже расскажет Татьяна Балыкина.
Сделать Крым чище. С этой целью Екатерина Бестужева и Алена Зорькина приехали на полуостров из республики Коми. После того, как узнали, что требуются волонтеры, сразу же купили билеты и через 2 дня были в Алуште. Мы решили, в принципе, сюда приехать, потому что нас волнует экологическая проблема, социальная. Сейчас она очень тесно связана с нашей республикой, так как у нас сейчас на станции ШИЭС строят мусорный полигон московский, и это очень затрагивает нашу природу. Не осталась в стороне и Валерия Малафеева, художница из Санкт-Петербурга, 3-е лето подряд приезжает на полуостров. В отпуске успевает и отдохнуть, и поработать. У меня летом много свободного времени. И как маленький принц сказал, утром проснулся, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок свою планету. Мне хочется тоже вот приводить в порядок наш Крым, чтобы он снова был красивым, привлекательным для туристов. 14 человек с разных регионов России и одна общая цель. Проект «За чистый Крым» стартовал в 2017-м. Волонтерам предоставляют жилье и питание, и это в курортный сезон. Они в ответ помогают поддерживать чистоту и порядок в Алуште. Трудятся в 2 смены с перерывами на обед и отдых. Рабочий день 8 часов. В любую погоду и мужчины, и хрупкие девчонки выносят тяжелые мусорные пакеты, чтобы сделать город чище и привлекательнее для туристов. К примеру, мешки, которые у меня в руках, весят не меньше 5-6 килограммов. И таких не один десяток. В одиночку тяжело. Работают ребята в команде и всегда готовы друг друга поддержать. График 2/2. В выходные дни ходят на пляж, в горы, катаются по Крыму. Причем организаторы даже предоставляют транспорт для экскурсий. Наш проект, он очень полезен и городу, и ребятам, которые в нем участвуют. Потому что здесь они знакомятся не только с Крымом, не только экономят средства на питание, на проживание. Они загорают, купаются в море, худеют. Ну и дальше знакомятся, дружат. Сделать Алушту, а потом и весь Крым образцом курортного отдыха. Стремятся к этому не только организаторы проекта, но и сами волонтеры. Изменения оценили как местные жители, так и туристы. На ваш взгляд, насколько чистая Алушта? Чистая относительно других городов. Очень чистый город. Ну, кое-где, может, и есть недостаточки, но в общем отлично. Мы сами крымчане, симферопольские, поэтому видим наш город Симферополь и Алушта, разница очень большая. Мы тоже иногда чистим пляжи, ходим, пробки собираем. Но сейчас почище стало за эти года вообще в Алуште. Так что нам очень нравится здесь отдыхать. Организаторы проекта «Чистый Крым» приглашают на полуостров всех неравнодушных. Одно из главных условий – возраст не менее 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний и трудолюбие. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Август, по сути, рубеж осени, на самом деле удивительная пора, потому что совсем скоро закончится отдых и стартанут новые сезоны. Но не только учебные, не только рабочие, а еще и крайне любопытные. Ну, насколько любопытные? Ты знаешь, не я тебе расскажу, а наш следующий гость. Поэтому прямо сейчас идем к нему. Не будем заставлять его ждать. Да, потому что театр – дело важное. Как известно, вся жизнь – игра, да, и правильно ее чувствовать очень нужно. Ну, а в гостях у нас сегодня Владимир Косов, главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Надеемся, что оно у вас действительно доброе, как и у нас. Пришлось встать с утра пораньше. Неоднозначно доброе. Но я всегда так встаю, потому что у меня дома собака, и мне с ней гулять приходится. Ну, как раз таки я сегодня тоже добирались на работу. Думаю, вот проходил мы проезжали, проходил мимо мужчина, который как раз выгуливал собаку. Было часов 5-6 утра. Я думаю, как же нужно любить это животное, чтобы так рано встать. А если ты не встаешь, оно тебе напомнит о себе. Пошкрябаю по двери. Ну, и немножко теперь к делам театральным перейдем. Давайте. Новый сезон будет в октябре, насколько я понимаю, правильно? Да, совершенно верно. Что готовите? Ну, во-первых, этот год для нас особенный. Это 65-й театральный сезон. А цифра 5, уже когда двузначная цифра, это тоже юбилей. Поэтому мы готовим, откроем сезон таким вот праздничным гала-концертом. Сейчас наш театральный коллектив уже отдохнул в летнем отпуске, все вернулись, и
в принципе, в театре такая уже активная работа началась. И сейчас мы работаем над двумя спектаклями. Уже идут сценические репетиции по Оскару Уайльду. «Как важно быть серьезным». В нашей версии театральной это произведение будет называться «Искусство жениться». И вторая большая премьера, очень ответственная, я думаю, что это такая, ну, этапная для нас работа, это опера «Травиата». Сейчас идут музыкальные репетиции. Над этим спектаклем мы начали работать еще с февраля месяца уходящего сезона, поскольку опера требует на нашей сцене еще такого жанра не было, и она требует особой подготовки. Впервые, да, будет опера? Да, да, да. Впервые. Я даже думаю, что впервые так вот театральный профессиональный коллектив крымский ставит оперу. Ну, замахнулись. Хорошо, да? Да, замахнулись. Не замахнуться ли нам, да? Да, ну, а... Да, нет, ну, во-первых, опера представляется чем-то, не знаю, масштабным, таким грандиозным и, главное, эпическим. Ну, она такая будет, вот, и масштабная, и грандиозная, эпическая вряд ли, поскольку Джузеппе Верди, чем интересна опера, он в свое время главной героиней сделал не какого-то там большого героя, а сделал обычную даму, при том даму, как вы понимаете, непростой профессии, вот. И появление на сцене вот такого простого человека, да, немножко как бы всех удивило, озадачило поначалу. И даже в первой версии был провал на самом деле. Но, может, не приняла публика, наверное, да? Публика не приняла, да, они не привыкли. Более того, Верди, он стремился к такой правде жизни. То, к чему дальше стремился Станиславский, мы все до сих пор в нее верим, в правду жизни. Верди тоже попытался как бы поближе к людям, да, ну, поближе к жизни все это представление показать. И поэтому костюмы были очень просты. И это тоже публике не понравилось, поскольку публика уже... Ну и мы все же понимаем, опера – это как? Пышно. По-богатому, эпически, да. Правильно? Вот. После, конечно, он подредактировал и, наверное, пошел навстречу публике. Дальше все хорошо и до сих пор отлично. И теперь вот опера пришла к нам. Хотелось шоу людям, да, так сказать. Скажите, пожалуйста, ну вот, а когда вы планируете премьеру и оперы, и первой постановки, которую вы анонсировали? Я понял. Сезон открывается 11-12 октября, если я не ошибаюсь, поскольку я, ну, как-то цифры для человека творческого не сильно важны. Но цифры – это такой ужас, потому что когда тебе там ограничивают, говорят, вот тогда-то премьера. В середине октября, через 2 недели, будет премьера «Искусство жениться» Оскара Уайльда. И в середине ноября... 16 ноября, эту цифру я запомнил очень хорошо. Я надеюсь и я уверен, что состоится премьера оперы «Травиата». Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Косов, главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Да, ну, а я напоминаю крымчанам, что сходить в театр, особенно на оперу, ну, просто обязательно. Будет что рассказать потом друзьям при помощи, например, социальных сетей, тем более, что я знаю, вы их особенно любите. Поэтому дайджест, то есть подборку самых таких вот горячих тем из социальных сетей полуострова, прямо сейчас и посмотрим. Побережье Керчи атаковали медузы. Очевидец снял с высоты птичьего полета море, больше напоминающее кисель. Житель города-героя уверяет, что никогда ничего подобного не наблюдал. Ученые, в свою очередь, говорят, что скопление у берега беспозвоночных – дело обычное. Явление связано с высокой температурой воды, обилием органики и особенностями течений. Хотя черноморские медузы для большинства людей не опасны, и лучше избежать купания среди них. Жители Евпатории хвастают необычной детской площадкой, все элементы которой, включая мягкое искусственное покрытие, тематически оформлены в стиле дорожно-патрульной службы. Обычные для игрового комплекса башенки и шведские стенки дополнены качелями на пружинах и рулевой каруселью. Власти города обещают, что эта оригинальная детская площадка будет не последней. В соседнем дворе установят игровой комплекс в стиле граффити.
в лесах полуострова поспел кизил. Если верить крымским приметам, раннее созревание ягоды предвещает холодную зиму. Так это или нет, покажет время. Пока же краеведы обращаются к гостям и жителям полуострова с просьбой не ломать кустарники. Спелые ягоды достаточно легко срываются без веток. Танцор в образе дворника. Такой перформанс устроил в Алуште парень из Москвы. Автор представления – участник проекта «За чистый Крым-2019». В рамках мероприятия волонтеры со всей страны приезжают в республику, чтобы сделать полуостров чище. Люди разных профессий и творческих увлечений призывают крымчан и гостей бережнее относиться к окружающему пространству. По словам артиста, станцевавшего перед туристами, именно так он хотел показать, что любую работу нужно выполнять с юмором. 10 августа Ялта праздновала свой день рождения. Жемчужина Крыма получила статус города в 1838 году и в прошедшую субботу отметила 181-летие. Сотни восторженных отзывов вызвал фейерверк, наблюдать который можно было из любой точки курортной столицы. Один из жителей запечатлел салют с высоты птичьего полета. Зрелище действительно впечатляющее. Ну что же, работой наших мобильных корреспондентов уже никого не удивишь. Привычный ранний труд. А вот что если я скажу, что сегодня Стефан Филатов не только мобильный, но и автомобильный корреспондент? Я так понимаю, что Стефан все-таки застрял в какой-нибудь пробке и просто не успел доехать туда, куда собирался, да? Ты знаешь, вполне возможно. Ну, гадать не будем, пусть он сам рассказывает. Стефан, снова здравствуй. Доброе утро, коллеги! С добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру, кто встречает это утро вместе с нами. На данный момент мы катаемся по улицам города. Хочу посмотреть, какова же ситуация на дорогах. Сентябрь уже не за горами, многие наверняка возвращаются с каникул. Детей забирают от бабушек, машин в городе становится потихоньку больше. Тем не менее, пока что на дорогах ситуация хорошая. Заторы, конечно, небольшие есть, тем не менее, это еще не те пробки, к которым мы все с вами привыкли. Несмотря на такую позитивную обстановку на дорогах, мобильные приложения показывают, что все-таки небольшие затруднения на дороге появляются в районе Куйбышевского шоссе и в центральных частях города. И в продолжении темы я хотел бы рассказать вам о том, что депутаты крымские приняли поправки к законопроекту о социальной помощи отдельно взятым группам граждан. Это в первую очередь касается проезда, льготного проезда на общественном транспорте. Теперь список лиц, которые смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, такой список станет шире. Под него будут попадать больше категорий людей. Более подробно эту информацию вы можете проверить, узнать о ней на официальных сайтах городской администрации. Настоятельно рекомендую это вам сделать, лишним наверняка не будет. Ну а на этом мое включение подходит к концу. Будем продолжать патрулировать, если так можно выразиться, городские дороги. Студия, коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Стефан. А это еще что? Ладно, Стефан сейчас нам рассказал про пробки в крымской столице, а ты знаешь, что происходит в Перми? Так, не знаю, но догадываюсь, что что-то интересное, там раз ты так начала. Очень интересное, но дело в том, что, что называли, допустим, твоим именем, не знаю, что-то необычное. Ты вот, допустим, я называю вентилятор Игнат. Может быть, ты слышал про холодильник Артем, я не знаю. Самое необычное, что назвали моим именем, это я. Вот. А вообще нет, ты знаешь, не встречал. Ну, а в Перми скоро появятся новые такие, мне кажется, предложения руки и сердца, при том, что он будет говорить: ты знаешь, я назвала в честь тебя не планету, а остановку. Ну, то есть, каким образом все будет проходить. А, в общем, знаете, такие одинокие пустынные станции, названные 31-й, либо 25-й километр. В общем, пермские железнодорожники решили сделать их веселее, и к 300-летию Перми предложили дать им имена известных людей населенных пунктов, и не только. Их даже будут называть просто Игорь, Вася, Федя и все в таком. То есть нужно будет оставить свою заявку, по всей видимости, ну, да, если она наберет голоса. Станция имени Игоря. Ты знаешь, на станции имени Игоря всегда приятно выходить, мне кажется, потому что вот вышел сразу и считай, что в гости пришел, ну, кому-то. Ну, это все зависит от самовосприятия. Но в любом случае, я уверена, что очень много новостей с названиями этих станций появится скоро в интернете. Там вообще много чего появляется. Именно об этом мы вам расскажем в нашей следующей рубрике.
Нелегок труд штурмана. Что на суше, что на воде. В сети разлетелось видео, на котором умелый гонщик показывает пилоту скоростного катера направление при помощи жестов. Из-за шума мотора и звукоизоляции шлемов на лодке не слышно абсолютно ничего. Вот и приходится обходиться тем, что есть. Тем более, когда на счету каждая секунда. Также впечатляет и скорость реакции рулевого. Он моментально повинуется указаниям и входит в каждый поворот идеально. Вот что значит слаженная командная работа. Урок помощи ближнему. На видео молодая девушка с загипсованной ногой пытается перейти дорогу по переходу. Дело оказалось совсем непростым, тем более, что костыль всего один, а участок достаточно длинный. Проходящая мимо женщина не выдержала и усадила героиню на плечи. И казалось бы, все хорошо, но пользователи сети негодуют. Зачем вообще было это снимать, если можно было просто взять и помочь девушке? По всей видимости, для автора видео снять чужую проблему оказалось куда важнее, чем ее решить. Баги, проплан и пропеллер. Казалось бы, что может пойти не так? По отдельности все эти вещи никого бы не смутили. Но вот общая конструкция изобретения не самая безопасная. Собственно, так все и оказалось. Сначала машина весьма успешно набирала скорость. Но как только авиаавтомобиль поднялся в воздух, стало ясно. Вес слишком большой. Назад дороги нет, а впереди стена здания. Исход очевиден. Авария. Тут, конечно, автомобильная страховка не поможет. Надеемся, никто не пострадал. Трогательное видео. Шестилетний малыш терпеливо и заботливо кормит своего престарелого дедушку. Пожилой мужчина страдает синдромом Альцгеймера и не способен ухаживать за собой самостоятельно. Пенсионер живет отдельно, так что дочь с внуком вынуждены навещать его каждый день. По словам матери юного героя, парень не пропустил ни одного ужина. Малыш не только заботится о том, чтобы подопечный был сыт, но и спрашивает его, что именно он бы хотел отведать. Что делать, когда твой самолет разбился посреди глухого канадского леса? Снять видеоблог. Мэтт Леттинен потерпел крушение вдали от цивилизации. Будучи опытным пилотом, мужчина вовремя сориентировался и успел выпустить самолетный парашют. Оказавшись на земле, он твердо решил, что запечатлеет свое спасение на камеру поэтапно. Сначала из веток, подручного сырья и остатков топлива он разжег дымный костер, а после при помощи спутникового телефона вызвал спасателей. По собственному признанию, герой отходил от такого приключения целых 5 дней и только потом решился выложить ролик в сеть. Серфингисты и изобретатели из Австралии смастерили автоматическую плавающую урну. При помощи хитрого механизма изобретение поглощает пластик и полиэтилен, пропуская воду через себя. Когда контейнер наполняется, крышка закрывается и приспособление всплывает на поверхность, чтобы его могли забрать. Стремление сделать планету чище прекрасно, но еще лучше прекратить мусорить. И этот вопрос касается каждого. Прямой эфир на высоте 16 этажа с прекрасным видом на город. Фантастика? Нет, ваше любимое утреннее шоу на крыше жилого комплекса «Альфа». Кранцы на бок. Пошло на бок. У них нет постоянного почтового адреса, и счета за коммунальные услуги им не приходят. Вместо гула автомобильных дорог супружескую пару окружают шум моря и крики чаек. Базируемся в Казачьей бухте, в Севастополе, но постоянно путешествуем. Сегодняшняя ночь у нас будет проходить в Балаклаве, а завтра мы выходим и планируем ночевать в Симеиз. 3 года назад Виктор и Галина прошли под парусом по внутренним водам из Санкт-Петербурга в Крым. Через Неву, Негу, Ладогу, Шексну, Свирь, Волгу, Дон, Азовское море и, наконец, Черное. Все это за 1,5 месяца. Супруги решили не просто бросить якорь в Казачьей бухте, а остаться здесь жить. В Санкт-Петербурге, значит, прожил довольно длительное время. Вот у меня там была своя небольшая фирма по грузоперевозкам. Значит, была квартира, соответственно, какая-то налаженная жизнь. Вот поэтому занял какое-то время, пока я продал машину, пока закрыл фирму, вот, пока продал квартиру, вот, потом купил эту яхту. Вот, и, собственно говоря, к тому времени познакомились с Галиной. С себя прошлого года мы жили на яхте постоянно, потому что у нас нет ни дома, ни квартиры, ничего. Капитан яхты родом из Евпатории, жил и учился у моря до 17 лет. Затем, после окончания высшего учебного заведения, 21 год отслужил в морской авиации. Полжизни провел на Дальнем Востоке. Затем перебрался в Санкт-Петербург, где 5 лет назад познакомился с Галиной. В один день решил вернуться на историческую родину, позвав супругу с собой. Как вы отреагировали на такое предложение продать все, поехать в Крым?
знаете, легко. Легко. Никаких привязок нету. Я тоже в процессе продала свою квартиру. У меня тоже сейчас нету квартиры. То есть это такая легкость, знаете, как птица. Галина признается, что такая жизнь тяжела для женщин, которые прожили всю жизнь в комфорте. Нужно привыкнуть к минимализму и к вечной качке. Но плюсов куда больше, и они перекрывают все минусы. А здесь мы одни. Мы вообще, вот я в клубе живем одни на яхте. То есть уже, ну, третий год вот так получается. Жить в социуме, жить в своей квартире, в доме мы уже прожили. Мы все это имели. А поэтому перевернули все, и сейчас живем на яхте. То есть это немножко другой мир. Беседочный, рыбацкий штык, восьмерка, шкотовый – все это о морских узлах. Без них не обходится ни один день на яхте. Чтобы пришвартоваться или бросить якорь, нужно завязать веревку. За время морских путешествий Галина освоила их все. Снаружи яхта кажется не очень большой, рубка маленькая, однако первое впечатление обманчиво. Внутри спрятана целая квартира, где может разместиться 5 человек. Дом на воде, иначе яхту никак не назовешь. Здесь есть все условия для комфортного проживания. Например, это холодильник. Вот рукомойник, а вот плита. Буквально сегодня Галина приготовила для всей команды овощное рагу. Напротив, рабочее место капитана. Здравствуйте, здесь занимаются прокладкой маршрута. Дальше кают-компания и гостевая комната. Парусное судно имеет богатую историю. На нем дважды совершали кругосветное путешествие. 30 лет назад его впервые спустили на воду. Как говорит капитан, с годами яхта становится только прочнее. Яхта довольно известная, знаменитая. Значит, она была построена в Финляндии, в Хельсинки, на заводе, специально для кругосветного путешествия. И она эту кругосветку прошла, сделала эту кругосветку. Вот, то есть она реально прошла вокруг земного шара. Двери такого дома всегда открыты для гостей. Здесь у нас кают-компания. Здесь мы принимаем гостей. Здесь спит у меня капитан. Есть телевизор. Угу. Вот. А когда приходят гости, мы раскладываем стол. Стол у нас трансформер. Вот. То есть вместимость 6-8 человек. Но ветер перемен не дремлет и вновь наполняет паруса. Супруги планируют вскоре отправиться в путь. На этот раз покорять другие, далекие моря. Ольга Литвиненко, Рустам Файзулин. Утро нового дня. На часах ровно 8, а это значит, что утро нового дня длится уже ровно как час, и еще час будет в прямом эфире сразу на двух телеканалах. Это Первый Крымский и Крым-24. И с вами этот час уже провели Александр Карнович и Артем Андроновский. И более того, мы еще час будем вас радовать новостями, надеюсь, теми сюжетами, которые вам помогут проснуться. Находимся мы на крыше жилого комплекса «Альфа», и отсюда как раз-таки выходят прям настоящие прямые эфиры. Все в режиме реального времени, поэтому вы можете за нашими спинами видеть, как преображается город, но если, конечно, удастся что-то рассмотреть. Да, потому что город просыпается, по-настоящему приходит в себя, уже слышен шум автомобилей, немножечко суетятся, видимо. Люди спешат на работу, ну а мы тем временем хотим вам напомнить, что если хотите прийти вовремя, то лучше не спешите, а выйти заранее. Ну и мне кажется, что в один особенный для не только него, для героя следующей моей истории день, проснулся пораньше и Михаил Аверин, который спас мальчика из горящей квартиры. Командир танкового экипажа воинской части смог вытащить ребенка из огня, и почему его сослуживцы даже не удивились скорости реакции старшего сержанта, расскажет уже наша следующий корреспондент. Старший сержант Михаил Аверин хотел забежать домой на обед, а потом должен был заступить в караул. Увидел горящий балкон. Короткое замыкание, загорелся кондиционер, потом стеклопакеты. Еще пару минут и пылала бы вся квартира. Получается, девушка сидела рядом с этого подъезда. Она открыла подъезд. Я пробежался по этажам. Только не помню, первый вроде я пропустил, я первый не постучал, я сразу второй начал. Со второго и выше. Стучал всех жильцов, получается, чтобы вывел, ну, сказал, что выходили. Кто-то крикнул, что там сзади ребенок плачет. Второй этаж. Квартира сквозная с двумя балконами. Недолго думая, Михаил обошел дом. Соседи разбили стекло на балконе. Старший сержант поднялся на пристройку и вытащил ребенка из окна. 4-летний мальчик, который оказался один дома, даже не успел наглотаться ядовитого дыма. Сейчас с ним все в порядке, а Михаил даже не понимает, чем заслужил такое внимание. Преподносят как героический какой-то поступок. То есть ничего там сложного не было. Все элементарно просто. Такая ситуация.
Сослуживцы другого поведения от него и не ожидали. Говорят, он всегда поступает правильно. В этот момент он позвонил мне по телефону и сказал, что товарищ капитан, горит квартира, как бы, вызывайте пожарных. Ну, после того, как бы, я уже ему перезвонил, он был недоступен. Я уже предполагал о том, что он там уже сам принял участие в тушении пожара. Успел спасти человека, да, в свое это время обеденное. Пришел, заступил, как будто как бы ничем и не бывало. Это при том, что старший сержант Аверин сам молодой отец, дочке 3,5 года. Миша, как настоящий мужчина, говорит мало, но делает много. Когда он спас малыша, жена обняла его, то есть это вот мне девочки рассказывали, обняла, и даже у нее были слезы на глазах, она настолько переживала. Михаил Аверин – один из лучших командиров танковых экипажей батальона. Строгий, требовательный, но понимающий. Из призывников готовит профессиональных мехводов и наводчиков. И даже танк у него особенный, с минным тралом, а значит, всегда идет первым. Проделать колею в минном поле, чтобы другие машины могли пройти. Машина любимая. Да. Когда эту машину до 80 разгоняешь, то тогда она чувствуется. Когда 46 тонн с горки летит. Что чувствуете? Ничего, удовольствие получаю. Героем Михаил себя не считает и рассказывать о подвиге не любит. Говорит, что поступил как настоящий мужчина, который никогда не сможет пройти мимо чужого горя. Марина Осокина, Анатолий Агеев, Новости 24, Симферопольский район. На вкус и цвет, как известно, товарища нет. Хотя, в принципе, если все-таки приятель такой нашелся, то вместе, ну, правильнее всего, не знаю даже, на фестиваль, что ли, съездить. Ну, один из таких фестивалей, на котором можно было съездить, прошел недавно в Дарханкуте. Там можно было услышать хиты русского рока. Фестиваль хорошей музыки «Маяк» прошел в Крыму, и концерт собрал сотни людей на западном побережье полуострова. А вот по душе ли отдыхающим отечественная музыка знает Анна Нищеговская. Города, пусты поезда. Первая композиция сразу притягивает людей к сцене. Слова песни, которая прославила группу Би-2 и стала саундтреком к фильму «Брат 2», знают наизусть чуть ли не все присутствующие. В этот вечер играет только отечественная музыка. Настоящим сюрпризом для отдыхающих стало появление на сцене лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бабунца и вокалистки группы «Total» Марины Черкуновой. Это не столь концертная история, а такая именно, вот, я не знаю, хоровая, народная, да, получилась. Это просто действительно массовое пение русских популярных рок-хитов. Но уходить отсюда никто не торопится. Море, пляж, маяк, а главное — хорошая музыка. Культовые хиты не оставляют зрителей равнодушными. Отлично! Это потрясающая вечер. Просто шикарно все. Вчера было супер, сегодня еще лучше. В такой атмосфере, на берегу моря, для меня это впервые. Поэтому я в восторге, просто супер. ДДТ, кино, «Мумий-тролль». Песни этих групп исполняют десятки крымских музыкантов. Фестиваль «Маяк» на площадке «Экстрим Крым» проходит впервые. Проводит его совместно с Министерством культуры республики. Она жует свой огонь без сахара и ненавидит всех, кто плакал. В востребованности такой музыки никто не сомневается. Зрители не отпускают музыкантов со сцены и просят выйти на бис. Это все, что останется после меня. Анна Нечуговская, Игорь Сюткин, Новости 24, Оленевка. Ну, а пока мы находимся на экстремальной высоте, которую уже удалось покорить, хочется поговорить о другого рода экстремалах, которые, допустим, покорили гору богов в Пакистане. На местном языке вершина называется, очень сложно называется, в любом случае не выговоришь. Нанга-Парбат. Нанга-Парбат. Да. Так вот. И входит Нанга-Парбат в тройку самых опасных для восхождения. Каждый пятый альпинист, решивший покорить ее, гибнет. А вот российские спортсмены взяли и смогли покорить новые. Так, ну, конечно, вероятно, дело в подготовке, дело в выносливости, но еще, наверное, они воспользовались одной маленькой хитростью.
Они подготовили заранее еще информационно. Ну, во-первых, понять, заснежно там, не заснежно, веет буран, не веет вообще, и что происходит. Они, наверное, просто посмотрели прогноз погоды заблаговременно. Что и нам советую сделать. Ты вчера случайно не гулял в центре Симферополя? Нет, ты знаешь, вчера провел большую часть времени дома. Наслаждался покоем и единством с самим собой? Наслаждался бытовыми делами, единством с людьми, которым задолжал общение, встречи, помощь. Ну да, в какой-то мере. В общем, да, так обычно выходные проходят. А вот я знаю, кого вчера выходные прошли совсем по-другому. Это тем, кто гулял в сквере имени Тренева. Там вчера прошли мероприятия, посвященные одному из главных исламских праздников – Курбан-Байраму. И очень много людей было, потому что было на что посмотреть и даже было что поесть. Ну, конечно, на самом деле был целый комплекс мероприятий, они проходили по всему городу, и мусульмане полуострова и не только могли принять участие вот в этом торжестве. Да, и вот как раз-таки как проходило торжество, видела Серия Абляева. Ярмарки, выставки, спортивные соревнования, развлечения для детей и, конечно же, торжественный концерт. Вот уже пятый год в крымской столице проводится празднование Курбан-Байрам. Этот день объявлен выходным по всей республике. Сюда съезжаются гости со всего Крыма. Ни один крымско-татарский праздник не обходится без хуреша, борьбы на поясах. В турнире может принять участие каждый. Здесь главное правило – уложить соперника на лопатки. Традиционно главный приз – живой баран. Это наша культура крымских татар, поэтому ее развиваем и успешно. Участников 130 человек с разных регионов Крыма. Важным элементом крымско-татарского праздника является приготовление национальных блюд. Отведать фирменный плов может каждый желающий. Поделитесь, пожалуйста, секретом приготовления своего фирменного плова. Есть ли такой секрет? Ну, секрета, в принципе, нету. Просто его каждый готовит по-разному. Я, допустим, готовил. Я наколол масло, обжарил лук до золотистой корочки. Если я его сделаю, обжарю сильнее лук, плов получится темным. А я делаю светлым. Обжарил лук, потом обжариваю мясо. И потом тщательно промыть рис, закладываешь рис. И уже там смотришь рис по готовности уже. А в это время на сцене талантливые творческие коллективы знакомят гостей праздника с культурой крымско-татарского народа. На празднике можно увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства, а именно керамику, вышивку, национальные куклы. Здесь же на месте проводятся мастер-классы. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, над каким изделием вы сейчас работаете и в какой технике? Это станок ткацкий. На данный момент мы не ткем полотно, у нас не стоит цель как бы именно соткать цельное полотно, у нас цель познакомить людей, как это раньше бабушки ткали вот зимними вечерами. Мы проводим по горизонтали нитку,
опускаем бердо, меняем направление нитей и подбиваем ниточку. И так каждый ряд. Если хочется нам что-то цветное, значит мы меняем нитку. Согласно традициям, Курбан-Байрам празднуется 3 дня. Мусульмане посещают могилы, где совершают дуа, молитву. Обязательным является посещение пожилых людей. В моей семье каждое утро мы едем в наши биташки. В знак уважения мы целуем руки, а они нам дают за это подарки. Только в центре крымской столицы на празднике собралось свыше 5000 человек. Серия Абляева, Алим Велиев, «Утро нового дня». Ну и, конечно, когда находишься на такой высоте, как мы сейчас с Артемом, понимаешь, насколько наш город растет, увеличивается, становится все более прекрасным и популярным. И вот, кстати, о привлекательности, в том числе инвестиционной, мы сейчас можем поговорить с нашей следующей гостьей, которой предлагаю пройти. Тем более, что сейчас, так сказать, самый разгар сезона. Ну а когда Крым по-настоящему прекрасен, это летом. Поэтому сейчас особенно хочется обсудить вопрос, да, того, сколько людей прибывает в Крым, чем здесь вообще занимаются и во что здесь вкладывают. Как время проводят в первую очередь? И, да, какие сферы развиваются больше всего? Доброе утро. У нас в гостях сегодня Анна Абувакарова, начальник отдела маркетинга и коммуникации корпорации развития Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот действительно мы вот отсюда видим, что Крым просто, Симферополь в частности, он разрастается. Все больше застроенных зданий, все больше высоток и, в принципе, любых других зданий. И скажите, пожалуйста, насколько сейчас инвесторы проявляют активность в том плане, что вот вкладывают средства непосредственно в объекты, которые строятся на полуострове? Ну, смотрите, насчет активности инвестора могу просто вам назвать цифры, да, в динамике. В 2017 году у нас было 195 миллиардов рублей инвестиций, больше половины из них, да, за год, больше половины из них это были частные уже инвестиции, то есть инвесторов. В 2018 году мы имеем уже 296 миллиардов рублей, ну, то есть это на 100 миллиардов даже больше рост. Да, да. И опять же, 54% из них это инвестиции частные, инвесторов, конечно, вкладываются. Ну, вы сами видите, действительно, растут здания, появляются новые производства. Они, конечно, ну, локальны, может быть, сразу этого всего ну, не увидеть невооруженным глазом. Но даже сравнить, что было 5 лет назад, да, как выглядел Крым, и что мы видим сейчас. Ну, а в какие сферы чаще всего все-таки бизнесмены нас любят вкладывать свои денежки? Ну, смотрите, по популярности, да, строительство сейчас у нас на первом месте. Затем сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Это, более того, и интересное для инвестора, и интересное для республики. Потому что у нас очень много аграриев, очень большой потенциал. И ну, на данный момент очень много недоиспользованной земли. То есть мы можем выращивать, но не выращиваем, потому что нет переработки. Вплоть до того, что может пропасть там, большой урожай, там, яблок, еще что-то. Поэтому и мы привлекаем в эту сферу, в переработку людей, и они сами заходят, потому что это выгодно, здесь есть продукция. В идеале, конечно, всю цепочку выстроить, чтобы мы сами выращивали, перерабатывали, упаковывали и продавали. В общем-то, к этому идем. Поэтому сельское хозяйство я бы на втором месте поставила. Туризм. У нас 2 моря. У нас сколько? Длинный пляж. Ну и я так понимаю, что вот если мы говорим о туристическом кластере, что развивается не только сейчас он сезон, его, да, вот классический летний сезон, но и зимой, ну, к нам тоже, опять же таки, может быть, формируются какие-то новые площадки для отдыха в Крыму непосредственно в другое время года, кроме летом? Выход на круглогодичный курорт – это еще одна наша задача важная. Максимально растягивать сезон, чтобы люди к нам приезжали и зимой, и летом, отдыхали, оздоравливались, получали какую-то ну, культурную подпитку. Крым очень богат в этом плане. Работаем. Работаем тоже в эту сторону. Пока как кластер, наверное, туристический он еще не так заполнился. Все-таки пока что мы еще больше на лето делаем акцент. Ну, вы видите, допустим, майские праздники. У нас был рекорд в этом году. Зимой на Новый год едут люди. Есть что посмотреть, есть что делать. Начинают узнавать Крым. Многие даже жители России, они не знают богатой истории Крыма. Что здесь можно посмотреть, да? Ну, знают, что в Европе посмотреть, что где-то в азиатских странах. Про Крым нужно просто больше рассказывать, больше показывать, что у нас здесь есть. Каких-то, не знаю, передач интересных снимать. Ну, просто привлекать людей, говорить, что Крым это круто, это интересно, да.
Ну, собственно, привлечением людей и занимаются определенные инвесторы. Да, они вкладывают, возможно, в какие-то не только строительные и физические объекты, но и рекламные кампании. Или каким образом это происходит? Вложения в цифровой Крым вообще имеют место быть? В цифровой Крым? Да. Ну, да, чтобы популяризировать его именно в цифровом пространстве. Да, конечно, безусловно. Над этим работает и Министерство туризма. Также у нас есть национальный проект «Цифровизация». То есть, рано или поздно от ЖКХ до любой другой сферы цифровизация, она, ну, как бы придет к нам. И, ну, мы от этого уже просто никуда не денемся. Вот не могу не спросить, какие удивительные сферы, да, казалось бы, может быть, есть такие несвойственные вроде бы как курортному региону, но у нас развиваются. Вот, может быть, вы можете отметить вот каких-то инвесторов, не называя фирм, которые вложились в бизнес, в который раньше здесь, в принципе, не развивался вообще. Уникальная промышленность какая-нибудь, да? Уникальная промышленность. Да, на самом деле, трудно сказать. Любая промышленность для Крыма, ну, вот сейчас она уникальна. То есть ты открываешь какой-то завод, допустим, не знаю, металлических профилей, да, вот мы открывали в мае, в апреле этого года первый технопарк. Что он собой представляет? Это завод по производству металлопрофилей, это несколько производственных линий. Сейчас они еще, ну, в стадии строительства, но одна линия лакокрасочная уже работает. Также на этой территории у нас учебные корпуса. Там же будут жить люди, там же будут столовые, какие-то элементарные бытовые вещи. Может быть, даже у нас скоро маленькие городки, да, такие промышленные появятся. Вот в эту сторону. Также недавно приходил к нам интересный инвестор, тоже пока имя не называю. У него идея открыть город, что-то вроде детского обучающего города. Большая часть людей, детей, которые там будут, это будут дети-сироты. Ну, вот такое желание у человека, да. Чтобы там жили дети-сироты. Сначала это будет детский сад, потом это будет школа, потом это будет там же на этой территории какое-то образование. И, возможно, если, допустим, можно пойти по пути IT-кластера, там же они будут и работать. Ну, то есть такой маленький Google, который выращивает прямо с детства людей. Чтобы была коммерческая составляющая в этом, конечно, там до 20% можно набирать детей из семей, кто готов отдавать, когда, как в интернат, именно за образование. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна Абувакарова, начальник отдела маркетинга и коммуникации Корпорации развития Республики Крым. Спасибо. Спасибо. Да, ну а раз мы заговорили уже про IT-кластер, то не могу не упомянуть нашу следующую рубрику. Подборка самых интересных и, видимо, громких видеороликов из мировой паутины. Нелегок труд штурмана. Что на суше, что на воде. В сети разлетелось видео, на котором умелый гонщик показывает пилоту скоростного катера направление при помощи жестов. Из-за шума мотора и звукоизоляции шлемов на лодке не слышно абсолютно ничего. Вот и приходится обходиться тем, что есть. Тем более, когда на счету каждая секунда. Также впечатляет и скорость реакции рулевого. Он моментально повинуется указаниям и входит в каждый поворот идеально. Вот что значит слаженная командная работа. Урок помощи ближнему. На видео молодая девушка с загипсованной ногой пытается перейти дорогу по переходу. Дело оказалось совсем непростым, тем более, что костыль всего один, а участок достаточно длинный. Проходящая мимо женщина не выдержала и усадила героиню на плечи. И казалось бы, все хорошо, но пользователи сети негодуют. Зачем вообще было это снимать, если можно было просто взять и помочь девушке? По всей видимости, для автора видео снять чужую проблему оказалось куда важнее, чем ее решить. Баги, проплан и пропеллер. Казалось бы, что может пойти не так? По отдельности все эти вещи никого бы не смутили. Но вот общая конструкция изобретения не самая безопасная. Собственно, так все и оказалось. Сначала машина весьма успешно набирала скорость. Но как только авиаавтомобиль поднялся в воздух, стало ясно – вес слишком большой. Назад дороги нет, а впереди стена здания. Исход очевиден – авария. Тут, конечно, автомобильная страховка не поможет. Надеемся, никто не пострадал. Трогательное видео. Шестилетний малыш терпеливо и заботливо кормит своего престарелого дедушку. Пожилой мужчина страдает синдромом Альцгеймера и не способен ухаживать за собой самостоятельно. Пенсионер живет отдельно, так что дочь с внуком вынуждены навещать его каждый день. По словам матери юного героя, парень не пропустил ни одного ужина. Малыш не только заботится о том, чтобы подопечный был сыт, но и спрашивает его, что именно он бы хотел отведать.
Что делать, когда твой самолет разбился посреди глухого канадского леса? Снять видеоблог. Мэтт Леттинен потерпел крушение вдали от цивилизации. Будучи опытным пилотом, мужчина вовремя сориентировался и успел выпустить самолетный парашют. Оказавшись на земле, он твердо решил, что запечатлеет свое спасение на камеру поэтапно. Сначала из веток, подручного сырья и остатков топлива он разжег дымный костер, а после при помощи спутникового телефона вызвал спасателей. По собственному признанию, герой отходил от такого приключения целых 5 дней и только потом решился выложить ролик в сеть. Серфингисты-изобретатели из Австралии смастерили автоматическую плавающую урну. При помощи хитрого механизма изобретение поглощает пластик и полиэтилен, пропуская воду через себя. Когда контейнер наполняется, крышка закрывается и приспособление всплывает на поверхность, чтобы его могли забрать. Стремление сделать планету чище – прекрасно, но еще лучше – прекратить мусорить. И этот вопрос касается каждого. Вообще, ты знаешь, сейчас сижу среди вот этой зелени листвы, смотрю на эти изумрудные кроны деревьев и даже не верится, что совсем скоро с ее золотыми, желтыми, оранжевыми красками в Крым придет осень. А ведь на самом деле, осталось полмесяца. Я вообще не представляю, не понимаю, не осознаю, как прошло лето, когда оно успело, но мне кажется, что гораздо больше меня разочарованы через 15 дней будут школьники, которым как раз-таки нужно будет заниматься обучением, именно вот тоже систематически вставать по графику, по режиму, идти в школу, делать уроки. Мы-то что, мы люди привычные, мы работаем, а вот с детям придется немножечко по-другому. Но вот для родителей школьников есть хорошие новости у Стефана Филатова, которыми он может прямо сейчас и поделиться. Стефан, доброе утро еще раз. Доброе. Доброе утро, коллеги! С добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру. До конца лета остается чуть больше 2 недель. Тем не менее, несмотря на все это, жаркая погода не покинет полуостров и в сентябре. Как показывает практика, да и все мы с вами знаем, в это время осенью на территорию полуострова также едет множество туристов. Вот только все это не отменяет тот факт, что школьные каникулы подходят к концу. Готовиться к учебе начинают не только дети, но и, конечно же, родители. Закупают школьные принадлежности и школьную форму. Особой популярностью среди горожан, среди симферопольцев пользуется школьный парк в парке, школьный базар, школьный рынок в парке имени Тренева, где я, собственно, сейчас и нахожусь. Несмотря на раннее утро, людей здесь уже много, палатки открыты, и это место действительно востребовано. Об этой теме, о покупке школьной формы, я и хочу вам рассказать следующую новость. Дело в том, что крымские депутаты приняли ряд поправок в законопроекте о социальной помощи многодетным семьям. Касается это пока что только покупки школьной формы, тем не менее, многодетным родителям государство, наш регион будет возвращать 30% от прожиточного минимума. Напомню, что на данный момент прожиточный минимум составляет 10 500 рублей. Таким образом, за покупку одной школьной формы родителям детей вернется чуть более 3000. Тем не менее, если учесть, что на территории полуострова 26 тысяч многодетных семей, а среднее образование получают порядка 50 тысяч детей, я думаю, что такое прибавление в семейный бюджет будет весомо, будет ощутимо. Ну и, конечно же, это может послужить для многих детей, а я хочу напомнить, что многие дети, для многих 1 сентября будет первым школьным днем, так вот эта ситуация может повлиять благоприятно, ведь в школу нужно идти с радостью и с радостью начинать свое образование, свою учебу. Также стоит отметить, что на эти цели региональный бюджет выделяет практически 160 миллионов рублей. На этом мое включение подходит к концу. Коллеги, Саша, Артем, как вы к таким новостям относитесь? Хотелось бы узнать ваше мнение. Передаю вам слово. Вообще хочу сказать, что крымчанам наступила пора задуматься вообще. Почему? Потому что в Крым уже стали приезжать волонтеры просто отовсюду, убирать здесь, помогать. И в конце концов, может быть, да, стоит уже начать, прекратить мусорить, во-первых, а во-вторых, начать убирать за собой. Да, потому что за нами уже убирают другие. А как это происходит, расскажет Татьяна Балыкина.
Сделать Крым чище. С этой целью Екатерина Бестужева и Алена Зорькина приехали на полуостров из республики Коми. После того, как узнали, что требуются волонтеры, сразу же купили билеты и через 2 дня были в Алуште. Мы решили, в принципе, сюда приехать, потому что нас волнует экологическая проблема, социальная. Сейчас она очень тесно связана с нашей республикой, так как у нас сейчас на станции ШИС строят мусорный полигон московский, и это очень затрагивает нашу природу. Не осталась в стороне и Валерия Малафеева, художница из Санкт-Петербурга, 3-е лето подряд приезжает на полуостров. В отпуске успевает и отдохнуть, и поработать. У меня летом много свободного времени. И как маленький принц сказал, утром проснулся, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок свою планету. Мне хочется тоже вот приводить в порядок наш Крым, чтобы он снова был красивым, привлекательным для туристов. 14 человек с разных регионов России и одна общая цель. Проект «За чистый Крым» стартовал в 2017-м. Волонтерам предоставляют жилье и питание, и это в курортный сезон. Они в ответ помогают поддерживать чистоту и порядок в Алуште. Трудятся в 2 смены с перерывами на обед и отдых. Рабочий день 8 часов. В любую погоду и мужчины, и хрупкие девчонки выносят тяжелые мусорные пакеты, чтобы сделать город чище и привлекательнее для туристов. К примеру, мешки, которые у меня в руках, весят не меньше 5-6 килограммов. И таких не один десяток. В одиночку тяжело. Работают ребята в команде и всегда готовы друг друга поддержать. График 2 через 2. В выходные дни ходят на пляж, в горы, катаются по Крыму. Причем организаторы даже предоставляют транспорт для экскурсий. Наш проект, он очень полезен и городу, и ребятам, которые в нем участвуют. Потому что здесь они знакомятся не только с Крымом, не только экономят средства на питание, на проживание. Они загорают, купаются в море, худеют. Ну и дальше знакомятся, дружат. Сделать Алушту, а потом и весь Крым образцом курортного отдыха. Стремятся к этому не только организаторы проекта, но и сами волонтеры. Изменения оценили как местные жители, так и туристы. На ваш взгляд, насколько чистая Алушта? Чистая относительно других городов. Очень чистый город. Ну, кое-где, может, и есть недостаточки, но в общем отлично. Мы сами крымчане, симферопольские, поэтому видим наш город Симферополь и Алушта, разница очень большая. Мы тоже иногда чистим пляжи, ходим, пробки собираем. Но сейчас почище стало за эти года вообще в Алуште. Так что нам очень нравится здесь отдыхать. Организаторы проекта «Чистый Крым» приглашают на полуостров всех неравнодушных. Одно из главных условий – возраст не менее 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний и трудолюбие. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Сижу, смотрю на эти горы, на это утреннее марево и думаю, красиво. Как раз и захотелось поговорить с кем-нибудь о красоте, Саш. А у тебя есть такая возможность? Нам стоит только с тобой встать и пройти на следующую площадку нашу. Конечно, пошли. Ну, ждет наша гостья, которая... Хочу тебе сказать, что поговорить с тобой о красоте на самом деле можно никуда не вставать, а просто посмотреть на тебя, а потом вдвоем посмотреть вокруг. Но есть люди, которые разбираются в красоте профессионально. Безусловно, я думаю, что одна из них наша гостья – это Ольга Половкова, национальный директор «Миссис Вселенная» на территории Республики Крым и Севастополя. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы знаем, что грядет скоро какой-то большой конкурс, о котором хотим, чтобы вы нам и рассказали. Да, запускается впервые в Крыму конкурс отборочный на «Миссис Вселенная». Это конкурс называется «Миссис Вселенная Крым», при котором победительница поедет представлять Крым на «Миссис Вселенная» в Гуанчжоу 22 декабря по 1 января этого года. Международный уровень. Международный. На самом деле это очень масштабный конкурс, поскольку там, как правило, очень много стран-участниц. Вот в позапрошлом году, когда я участвовала, было 84 страны, в прошлом году было 90 стран. Ну, то есть это такое неимоверное количество красоты, красивых женщин. Ты попадаешь в эту обстановку, ты понимаешь, что можно просто потеряться в этой красоте на самом деле. Какие критерии отбора? Вот что, каким критериям нужно соответствовать? Что должна уметь мисс Вселенная? Миссис, это для замужних женщин. Ага, миссис. Для замужних, да.
Ну, во-первых, она должна быть не только красивой, она должна быть активной, социально активной, успешной женщиной. Она должна вести какую-то благотворительную деятельность, общественную деятельность. Ну, то есть это не только оценивается красота с точки зрения каких-то норм. Нет, нет параметров, что должна быть такого роста, такого объема. Абсолютно. То есть женщина оценивается в комплексе. Как она ведет свою жизнь, отношение к детям. Очень важный момент на этом конкурсе рассматривается такой момент, в принципе, всемирного тоже масштаба. В рамках конкурса проходит форум на тему насилия в семье. Каждая участница должна подготовить доклад, либо ролик на эту тему. И очень много женщин, ну, как показала практика, действительно подвергаются насилию в семье, потому что женщины, многие участницы, рассказывали о личной судьбе, о личной травме в своей жизни. Поэтому, конечно, было такое, что все плакали, потому что на самом деле это невозможно слушать без слез. И поднимается такая тема, чтобы как можно больше с ней было возможности бороться. То есть, во-первых, чтобы была на слуху, во-вторых, чтобы принимали какие-то действия, да, непосредственно, чтобы предотвратить? Да, вот, допустим, в 2017 году, когда проходил конкурс в ЮАР в Дурбане, перекрыли полностью центральную улицу, и мы с участницами целым шествием шли по центральной улице, там сопровождала полиция, и с хэштегом One Voice, с черной ленточкой, с золотой ленточкой, прошу прощения, мы шли, такой протест, и вот такой был знак, как бы один голос, я вот один голос ставлю против насилия в семье. Насколько сложно крымчанкам участвовать в этом конкурсе? Либо все-таки санкции здесь уже не влияют? Знаете, конкурс вне политики на самом деле. И вот я тому яркое подтверждение, потому что я представляла в 2017 году город Севастополь, российский Севастополь. Уже в 2018 году был представлен и Крым, и Севастополь. То есть это говорит о том, что нас признали. И я, в принципе, я выходила под российским флагом. То есть это было открыто, никто мне не говорил, что ты там убери его подальше, например, или ты там как-то... Ну, кроме меня, здесь такого нет, да? Абсолютно нет. Ну, полностью конкурс вне политики. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Половкова, национальный директор Миссис Вселенной на территории Республики Крым и Севастополя. Ну, а я хочу напомнить, что в Крыму на самом деле происходит много чего. Конкурсы красоты — это, конечно, прекрасно, но крымчане обращают внимание еще и на ямы на дорогах. Более того, они их фотографируют или снимают и выкладывают в сеть. Поэтому предлагаю посмотреть подборку самых, ну, злободневных постов крымчан. Побережье Керчи атаковали медузы. Очевидец снял с высоты птичьего полета море, больше напоминающее кисель. Житель города-героя уверяет, что никогда ничего подобного не наблюдал. Ученые, в свою очередь, говорят, что скопление у берега беспозвоночных – дело обычное. Явление связано с высокой температурой воды, обилием органики и особенностями течений. Хотя черноморские медузы для большинства людей не опасны, и лучше избежать купания среди них. Жители Евпатории хвастают необычной детской площадкой, все элементы которой, включая мягкое искусственное покрытие, тематически оформлены в стиле дорожно-патрульной службы. Обычные для игрового комплекса башенки и шведские стенки дополнены качелями на пружинах и рулевой каруселью. Власти города обещают, что эта оригинальная детская площадка будет не последней. В соседнем дворе установят игровой комплекс в стиле граффити. В лесах полуострова поспел кизил. Если верить крымским приметам, раннее созревание ягоды предвещает холодную зиму. Так это или нет, покажет время. Пока же краеведы обращаются к гостям и жителям полуострова с просьбой не ломать кустарники. Спелые ягоды достаточно легко срываются без веток. Танцор в образе дворника. Такой перформанс устроил в Алуште парень из Москвы. Автор представления – участник проекта «За чистый Крым 2019». В рамках мероприятия волонтеры со всей страны приезжают в республику, чтобы сделать полуостров чище. Люди разных профессий и творческих увлечений призывают крымчан и гостей бережнее относиться к окружающему пространству. По словам артиста, станцевавшего перед туристами, именно так он хотел показать, что любую работу нужно выполнять с юмором.
10 августа Ялта праздновала свой день рождения. Жемчужина Крыма получила статус города в 1838 году и в прошедшую субботу отметила 181-летие. Сотни восторженных отзывов вызвал фейерверк, наблюдать который можно было из любой точки курортной столицы. Один из жителей запечатлел салют с высоты птичьего полета. Зрелище действительно впечатляющее. А в Симферополе, конечно, не без инноваций. Возможно, даже те волонтеры, которые приехали, повлияли на ситуацию. Но, насколько мне известно, кое-где, причем в очень важном месте, будут устанавливать мусорные контейнеры. Ну, об этом подробнее уже расскажет Стефан Филатов. Стефан, еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех крымчан, всех, кто встречает этот день вместе с нами. Сейчас я нахожусь в парке имени Тренева и обожаю начинать свой день, рабочий или выходной, без разницы, с прогулки в парке, в сквере. Когда же здесь гулять, как не летом? Вы только посмотрите, какая красота. Множество цветов, множество деревьев, все это цветет и благоухает. И что немаловажно, помимо всей этой красоты природы, то, как мы за этим всем следим. Прогуливаясь здесь, я не обнаружил ни одного окурка, никакого вообще мусора. Конечно же, хотелось бы сказать за это спасибо коммунальщикам, которые убираются качественно и регулярно. Спасибо также всем, кто не мусорит, кто ответственно подходит к этой проблеме, кто убирает за собой. И немаловажно и то, что убирать за собой, убирать территорию, люди стремятся, симферопольцы и крымчане стремятся абсолютно на всех уровнях. Я говорю сейчас о том, что на рынке привоз в скором времени появится множество контейнеров для отхода. Это будут самые различные контейнеры для твердых бытовых отходов. И это пойдет только во благо городу. На эти цели выделено порядка 2,5 миллиона рублей. Разновидностей этих наименований будет порядка 10, тем не менее, количество их просто огромное. И все это послужит на благо чистоте нашего города. Надеемся, что подобные ситуации, подобное развитие произойдет и на других городских рынках. Нельзя сказать, что на них сейчас грязно, тем не менее, излишние такие условия, я считаю, пойдут только на руку и нам, и приезжим туристам, которые приедут сюда и увидят чистый, аккуратный город. Поэтому новость хорошая, резонансная. И я думаю, что так город наш будет развиваться, так он и должен развиваться. Коллеги, передаю вам слово. Так, вот, не знаю, нет, Стефана я отсюда точно не увижу, но все-таки на высоте 16 этажа жилого комплекса «Альфа» вид потрясающий. Видно практически весь город. И вот, хоть я до Стефана не достаю, тем не менее, я могу увидеть всю эту зелень Симферополя, всю эту настоящую летнюю, но уже такую бархатную роскошь. Ну, а еще одну не менее прекрасную картину удалось увидеть Оле Литвиненко. Только это была написанная картина не кистью, наверное, а чем-то большим, чем-то высшим. И в ней участвовали уже люди и сама природа. И подробнее уже расскажет сама Оля. У них нет постоянного почтового адреса, и счета за коммунальные услуги им не приходят. Вместо гула автомобильных дорог супружескую пару окружают шум моря и крики чаек. Базируемся в Казачьей бухте, в Севастополе, но постоянно путешествуем. Сегодняшняя ночь у нас будет проходить в Балаклаве, а завтра мы выходим и планируем ночевать в Симеиз. 3 года назад Виктор и Галина прошли под парусом по внутренним водам из Санкт-Петербурга в Крым. Через Неву, Негу, Ладогу, Шексну, Сверь, Волгу, Дон, Азовское море и, наконец, Черное. Все это за 1,5 месяца. Супруги решили не просто бросить якорь в Казачьей бухте, а остаться здесь жить. В Санкт-Петербурге, значит, прожил довольно длительное время. Вот у меня там была своя небольшая фирма по грузоперевозкам. Значит, была квартира, соответственно, какая-то налаженная жизнь. Вот поэтому занял какое-то время, пока я продал машину, пока закрыл фирму, вот, пока продал квартиру, вот, потом купил эту яхту. Вот, и, собственно говоря, к тому времени познакомились с Галиной. С сентября прошлого года мы жили на яхте постоянно, потому что да. У нас нет ни дома, ни квартиры, ничего.
Капитан яхты родом из Евпатории. Жил и учился у моря до 17 лет. Затем, после окончания высшего учебного заведения, 21 год отслужил в морской авиации. Полжизни провел на Дальнем Востоке. Затем перебрался в Санкт-Петербург, где 5 лет назад познакомился с Галиной. В один день решил вернуться на историческую родину, позвав супругу с собой. Как вы отреагировали на такое предложение продать все, поехать в Крым? Знаете, легко. Легко. Никаких привязок нету. Я тоже в процессе продала свою квартиру. У меня тоже сейчас нету квартиры. То есть это такая легкость, знаете, как птица. Галина признается, что такая жизнь тяжела для женщин, которые прожили всю жизнь в комфорте. Нужно привыкнуть к минимализму и к вечной качке. Но плюсов куда больше, и они перекрывают все минусы. А здесь мы одни. Мы вообще, вот я в клубе живем одни на яхте. То есть уже, ну, третий год вот так получается. Жить в социуме, жить в своей квартире, в доме мы уже прожили. Мы все это имели. А поэтому перевернули все и сейчас живем на яхте. То есть немножко другой мир. Беседочный, рыбацкий штык, восьмерка, шкотовый – все это о морских узлах. Без них не обходится ни один день на яхте. Чтобы пришвартоваться или бросить якорь, нужно завязать веревку. За время морских путешествий Галина освоила их все. Снаружи яхта кажется не очень большой, рубка маленькая, однако первое впечатление обманчиво. Внутри спрятана целая квартира, где может разместиться 5 человек. Дом на воде, иначе яхту никак не назовешь. Здесь есть все условия для комфортного проживания. Например, это холодильник. Вот рукомойник, а вот плита. Буквально сегодня Галина приготовила для всей команды овощное рагу. Напротив, рабочее место капитана. Здравствуйте, здесь занимаются прокладкой маршрута. Дальше кают-компания и гостевая комната. Парусное судно имеет богатую историю. На нем дважды совершали кругосветное путешествие. 30 лет назад его впервые спустили на воду. Как говорит капитан, с годами яхта становится только прочнее. Яхта довольно известная, знаменитая. Значит, она была построена в Финляндии, в Хельсинки, на заводе. Специально для кругосветного путешествия. И она эту кругосветку прошла, сделала эту кругосветку. Вот, то есть она реально прошла вокруг земного шара. Двери такого дома всегда открыты для гостей. Здесь у нас кают-компания. Здесь мы принимаем гостей. Здесь спит у меня капитан. Есть телевизор. Угу. Вот. А когда приходят гости, мы раскладываем стол. Стол у нас трансформер. Вот. То есть вместимость 6-8 человек. Но ветер перемен не дремлет и вновь наполняет паруса. Супруги планируют вскоре отправиться в путь. На этот раз покорять другие, далекие моря. Ольга Литвиненко, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Ну, а наше время уже, к сожалению, подошло к концу, потому что на часах уже практически 9:00. А значит, пора прощаться. С вами была Александра Корнович, Артем Андроновский. До новых встреч. Пока-пока. Хорошего дня.